Привет, друзья, меня зовут Алекс, и мы продолжаем это замечательное приключение в мире игры Дельтарун, руна Дельта. И до меня только сейчас дошло, а наш же принц, это же темный принц, а Лансер кто? Темный принц, Карл, темный принц. Тут же темный замок, темный принц, темный фонтан. В касл, конечно. Дверь открыта. Все, пойдем. Я не могу понять, где взять... Где могут не сиять звезды? Сейчас посмотрим. Распродажа. Лес. Поля. А где звезды не сияют? А звезды не сияют в подземелье. В лесу. В лесу сияют звезды. Распродажа. На распродаже тоже вряд ли. Ну ладно. Касл. Чудесным образом вы уже оказались в замке. Может быть, в комнате Рудинов? Он нас, дурак, не заметил. Оу! Оу! Эй, это вы! Добрые, миролюбивые и светлые! О, вы объединились со зверем, который нас пытал! Зверем? Что за зверь? О! Зверь даже может разговаривать. Держи. Это шоко-алмаз. Ты получил шоко-алмаз. Спасибо. Мы продали все свои кровати, чтобы заменить их драгоценностями. Моя спина болит. Моя жизнь никогда не была так хороша. Нормальные каждодневные богатства, прибывшие из легитимного ресурса, короче. Выглядит как семейная фотография. Это семейная фотография, это ж типа алмаз. Ха-ха-ха-ха. Нормально. Ну что, нам туда по лестнице вверх. Оу. Оу. Ладно, открывайся. Клуб сэндвич. Но вы несете так много. Серьезно, у меня переполнен инвентарь? Дарк Кэнди меньше восстанавливает. Dark Burger, Revive Mint. Давай мануал выкинем. Эй, Крис, что ты делаешь? О, нет, это мануал. Такое чувство, что ты его выронил. Держи, Крис. Не теряй его. Ты получил мануал. Мать твою, что ж ты делаешь-то? Давай темную конфету. Клуб сэндвич. Во. Положил сэндвич себе в сумку. Рояльная промывка. Типа королевское мытье. Дворцовая ванная. Занято. Там этот хер сидит. Лансер, выходи, гад. Моет там свои причиндалы. Так, а здесь что? А тут ловушка. Блин, и тут ловушка.
Значит, нам в любом случае сюда. Ну, конечно. Туда мы не прошли бы, ну, сюда мы прошли. Черви решили выползти и поиграть. Кто здесь? Ге-ха-ха-ха. Глупцы. Ух ты. Я Рукслскар. Ваш лучший адверсар, короче. Короче, я это вообще вообще не знаю. Вы имеете Клодест, Клавидст, прошлое, все эти разные другие Коннум Драмс, барабаны, что ли? Но этот сделан говенными слабаками. Теперь приготовьтесь для самого для самой сильнейшей загадки всей жизни. Давайте, черви. Господи, черт побери. Клодст этот... Погоди, ты король и был? Я не понял. Я реально не понял. И здесь открылось. Эй, ну не трогайте меня. Ладно. Хэд Хейси. Попросим флиртовать. Сьюзи. Ралси будет защищаться. Вы приказали Сьюзи флиртовать с врагом. И нет. Ну и Сьюзи. Это нормально. Если ты не знаешь, как это делать. Что? Заткнись. В этом нет проблем. Ты уверена? Конечно. Смотри, умный мальчик. Я покажу тебе. Смотри сюда. Так, подойди сюда. Хэсси почувствовала себя неловко и ушла. Эй, вернись сюда. Позволь мне пофлиртовать с тобой. Нормально вообще. Ой, ёлки-палки. Ёлки-палки. Это уж посложнее. Ну, просто с непривычки, наверное. Так, значит, Хэд Хэсси. Ну... Конечно, Сьюзи круче флиртует, они сразу уходят. А Ралси может... Пассифай хил... Блин, захилить нельзя. Жаль. Мы приказали Сьюзи флиртовать. Черт, не. Давайте посмотрим, как Ралси это сделает. Я полагаю, это не поможет. Хэсси, твоя красота просто трансцендальная. Трансцендальная. То есть, короче, бесконечная... Космическое, невероятное. Твои волосы, как водопад. Подождите. У тебя есть волосы или...
Еще одна Хэсси почувствовала себя неловко и ушла. О боже, подожди. Не так легко, а? И все время меня атакует. Ой, ну не бей так сильно-то, а, ну что ты. Короче, сам буду флиртовать с ней. Мэджик. Рутбастер, нельзя. Дефендись. Ралси, лечи меня. Будет Крис теперь всех флиртовать. Вы флиртуете с Хэсси. Это было очень эффективно. И Ралси вас вылечил. Ой, Хэсси у нас влюблена, это очень хорошо. Хэсси, будь полегче, пожалуйста, спасибо. Ну что, с парнем Хэсси? Или... так. Хэсси, флирт и Мэджик... Ай, нельзя. Да, с парой, короче, ее. О, мой бог, Крис. Я не могу. Делай это сам. Вы сказали что-то милое. Энеморот. И враг был очень глубоко... Где... Не знаю, очень-очень глубоко поражен. Или что-то типа того, короче. 46 долларов всего. Враг такой был козырный. А, так здесь прохода нет. Сердечко. И это комната. Привет. Хэсси смотрит на тебя с добротой. Твои грехи против Хэсси прощены. Хэсси. Такое чувство, что Хэсси продали все камни и купили себе кровати. Я даже предполагаю, у кого. Кажется, очень хорошо. Теперь спать им. Хотите ли вы отдохнуть? Нет, это не ваша кровать. Я хочу отдохнуть. А я хочу. Почему я мог в Undertale взять и лечь в лаборатории спать? Чего? Там желтенькое что-то было. Хэсси. Ну почему, Хэсси? Еще Хэсси появилась. Я чую, мы Хэсси можем обмануть вот таким макаром. Ух ты, правда, ты смотри. Опаньки. 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 Это же портреты этого самого. Опа. Нет. Это не комната Лансера. Такс, сюда. Сюда. Очередная загадка. Сейчас опять Ролл Крауд придет. Точно, я угадал. Е-ха-ха! Вы, ребята, думали, что это все, что у меня есть? Неправильно. Пришло время, чтобы вы почувствовали всю мою мощь. Дивитесь, моя великая загадка. И ты ее решишь. Гиллабл. Гулибл. Галибл. Блин. Короче, мы черви с вами, ребят.
Это не была самой крутой моей ультиматной загадкой. И я вам ее покажу прямо сейчас, здесь. Можем мы ее увидеть? Нет. Давай, давай, гуляй, Вася. Игруха просто потрясающая, ребят, на самом деле. Вот юмор здесь очень добрый и приятный. Пеньки качает, качает. Здорово, чувак. О. Коут, да типа одежду или пальто или что? Позволь мне снять ваше одеяние и спустить его в туалет, ха, которого у нас даже нет. Пожалуйста, попробуй бейсболы. Да. Ешь столько, пока не подавишься. А они едят спорт? А потом мы можем все поиграть в твистер. Только не стой на нашем пути. Мы даже сами с собой проигрываем. Эй. Я первый чувак в вечеринке. Я типа на связях с DPS. Dancing Party Soundtrack. Короче, он имеет связи с танцевально-вечериночными саундтреками. Молодец. А это что, кровать такая? Вы что, на ней кувыркаться собираетесь, ребят? Это кровать для троих людей. И она... И на ней три подголовника. А, я понял, для кого это. Так это ты, Трефа. Это ты, Трефа. Это значит, вот этот кот, это Трефы. Лансер, это Пики. Рудины, это Буби, то есть Даймонды. А Хэсси... Это червы. Это деревья для вечеринок. Привет, Хэсси. Хэсси, второй вечериночный член. Он лекарь. Он типа для того, чтобы следить за вечеринкой. И тот и пирог, который она заказывала, был уничтожен в полях каким-то образом. Есть риск. Всегда есть риск, когда заказываешь пирог. Подожди, а я могу тебе пирог подарить? Юстос. Ну это выбросить. Потому что у меня есть пирог. Revivement Hearts Donut. Spin Cake у нас же есть. Лечит 80 здоровья всему отряду. Нифига. Это Boombox. Играет клубную музыку. Это гигантский бейсбол для вечеринок. Ребят, ну я что, здесь ничего не могу сделать? Ну, классная на самом деле комната. Веселая, прикольная. Ай! Сохранялочка. А вот она, комната Лансера. Шоп. О, добро пожаловать в мой магазин. Вы черви. Не, вы неблагодарные черви. Вообще просто пипец. Рукслс, рукс. Прекрасный соус. Лечит 50 здоровья. Это у нас для героический и крутой. Плюс 2 для Сьюзи. Density Scarf. Homemade. О, домашний, короче, изготовлено в домашних условиях. Лечащее орудие. И еще одна Эмбер карта. У меня уже она есть. Это мы точно купим. Да и Brave X мы тоже купим. Руксалс, Рукс мы не будем брать. Его просто читать невозможно. Я английский знаю как по-английски, но вот с этими и
ужасными исковеркиваниями, я реально не знаю. Я чувак по загадкам Рукслскард. Мои хобби — это каллиграфия, соблюдение законов, коллекционирование жуков, или не коллекционирование, а содержание жуков и заключенных, где держат-то, господи боже мой, и камеры, и длинные прогулки по подземельям. А ты один из моих почитателей, червь? Почему ты с нами торгуешь? А-а-а-а. Червь, благодаря этому я получаю деньги. Армию денег. И это мои ферментированные... ферментированный виноград или ферментированные грозди. Очень вкусные и взросло сваренные. А, типа это вообще типа пиво какое-то взрослое у него там. Vengeance. Возмездие, что ли? Ха-ха-ха. Как я себя люблю, как я себя обожаю. Сын королевский. Наш лорд-король. Очень жесток и ужасен. Очень жестокий и ужасный монарх. Однако он... бриллиант. Что-то, короче, он отлично... он отлично ко мне относится... к дюку загадок. После очень многого он садит в тюрьмы. Беневолент. Блин, просто пипец. Типа... правда, очень крутой правитель. Его сын. С одной стороны. Fistful of Fleece. Ошибись, полный fistful, ну, пригоршня, наверное, или полная рука флиса. Что-то чушь какая-то. Его, короче, с одной стороны, очень... проблемный парень. Он постоянно спрашивает меня ужасные вещи. И называет меня его лессер. Ну, короче, ящерным отцом. Каким-то, короче, его приемным отцом или что-то типа того. Наши отношения никакие. Вы маленькие водяные жуки. Я плакат вас для вашего отцовского сейка. Пипец. Я не хочу слушать ваши MP3. Я предпочел бы слушать свою песню смерти. И как он в любом случае? Увидимся в подземельях, черви. У-у-у. Музон у него, конечно, козырный. Сьюзи. Мэйн Экс. Брейв Экс. Опа. Кишки в плюс идут и урон в плюс 2. Кишки в плюс идут, это очень хорошо. Brave X. И надо что-нибудь Iron Shackle, наверное. О, Iron Shackle. Давай-ка Iron Shackle ей
пиндюхаем. Регер. Атака минус. И пушистиков скость у него поднимается, и магия у него девятка становится. Да, давай. Зачем нам атака этому колдуну-то? Он же у нас мягкий. Мягкость его зашкаливает. Ой, о, ваша мягкость. О, повелитель. Опачки. Опачки. Вы нашли 20 рупий в дыре. Как ни странно, эта валюта здесь не считается. Велосипед с любовью упакован в кровать. Короче, под одеяло он его упаковал. Это дыра. Просто для веселья. А здесь сальса запрятана в земле. А это что-то типа копального инструмента. А это музыкальный плеер. Послушать, что там? Да. Он полон расплескивающих звуков из мультиков. Понятно. А чего, мы в комнатах ничего поделать не можем, что ли, получается? Давайте-ка сохранимся. Лифт. Поехать на лифте? Он вниз приедет. Точно. Мы приехали вниз. То есть этот лифт застрял наверху, пока кто-то не поедет вниз. Ну вот мы приехали. Поехать на лифте? Да, поехать. Все, поехали наверх.